Pro Medicine. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами будем тренировать швы. И сегодня у нас тренировка шва по донате. Принцип шва по донате в том, что это альговер с двумя вколами. По сути так. Которые будут видны пациенту. Давайте не будем долго общаться, а начнем работать. Так, в чем суть альговера? Мы также прошиваем кожу и подкожку, выкалываемся. И что случилось? Все, это фиаско. Это проблема иглодержателя. Ну или моя. Ну да ладно. Так, все возможно. Так, теперь выкалываемся так, чтобы не прокрутилось. Опять крутится. Да, хотел записать хорошее видео. Так. И второй мы делаем следующим образом. Значит, нам необходимо сделать вкол и выкол под кожей непосредственно. Так. И теперь на этом краю наложить, сделать вкол и также под кожу. И выколоться вблизи того места, где мы вкалывались. И все. Вот, по сути, у нас и получился альговер. Осталось только завязать. И вуаля. У нас получился один вкол-выкол, и рана сопоставлена. Вот такой вот внутрикожный матрацный шов по альговеру. Опять же, чем-то напоминает донате, но меньше дырочек в пациенте. Спасибо за внимание. Надеюсь, был полезен, чертовски интересен. И, кстати, то, что я прокручивал иглодержатель, так было спланировано. Пока.